Совсем несколько дней остается у нас до Нового года, какая-то там неделя. В преддверии Нового года это, как всегда, какие-то покупки, какие-то подарки, какая-то суета праздничная. Вот. Поэтому я вам сегодня расскажу как раз об одном интересном процессоре, который недавно не так давно вышел у компании NUX. Это процессор MG30. Мне его предоставили на обзор погонять. Вот. Я как-то вам уже снимал вот, на MG300. Это такая вот, скажем, еще более бюджетная модель. А это уже аппарат, как бы, получается побольше. Такой уже, я бы это назвал, такой стандартный формат для бюджетных гитарных процессоров, которых в последнее время, вот, я уже устал считать, сколько их там появилось. У Moira, у Hatona, NUX, и что там еще у нас есть, Боссы. То есть, вот это вот такой вот форматик. Три кнопочки и педаль экспрессии. Он уже стал вот таким классическим вариантом для большинства гитарных процессоров вот именно в бюджетном сегменте. На том они его приобрели за 15 тысяч рублей. Ну, пусть там доставка 3, да, это получается у нас 18. Я сегодня специально заглянул на Авито, посмотрел, почем же такие бэушные. Ну, они, точнее, не бэушные, но кто-то уже там продает. Вот. Самая низкая цена, видел, 16 тысяч рублей. Вот. Соотношение цена-качество у этого процессора, ну, просто, я не знаю, колоссальное. Мне предыдущий MG300, как бы вот, как игрушка такая, понравился. Но там звук совсем был пластиковый. А здесь, как вы слышали по интро, звук-то уже поинтереснее. Вот. И у него, как бы, на борту есть абсолютно все вообще, что нужно. То есть, есть петля эффектов, да, что для бюджетного процессора, ну, вообще практически, как бы, редко когда встречается. Не у всех более дорогих моделей встречается петля эффектов. Плюс здесь еще есть 4 USB входа, что позволяет писать и сырой сигнал, и сигнал, уже обработанный эффектами, и впоследствии делать реампинг. По сути, получается, это такой же вот конкурент недавно вышедшему, как он там, Hatton Ampera в формате Stompbox'а тоже, да? По-моему, только там педальки не было, экспрессии. Вот. Единственное, что экран не сенсорный, но управление достаточно простое, легкое. 4 крутилочки, которые крутят параметры. Можно быстренько включать все эффекты. Ну, то есть, стандартный такой вот, я бы сказал, уже типичный набор управления для гитарных процессоров в таком вот форм-факторе. Позволяет загружать, как всегда, импульсы. Что мне понравилось, у него есть сразу предустановки по подключению, по интеграции с внешними устройствами. Таким образом, этот процессор можно подключать всеми доступными вариантами, которые есть у дорогих моделей типа Line CX, там, и Axe FX. То есть, можно подключать двумя кабелями, используя его, там, скажем, как петлю эффектов, да, можно подключать 4 кабелями, то есть FX-цепочку будет идти после предусилителя. Также еще есть возможность подключения дополнительных педальки, то есть foot switch, расширение такое получается, 5 кнопок. Мне, кстати, в комплекте дали с ним поиграться. На них можно завести включение сцен, у него даже есть подобие сцен. По поводу импульсов, они увеличили у него память, и теперь там, по-моему, 20 слотов, если я сейчас не ошибаюсь. У него есть игра «Змейка». То есть, можно, наверное, во время репетиции, когда заскучал, нечего делать, или, не знаю, там, кого-то ожидаешь, ждешь, или просто устал, сходишь с ума, то есть, поиграть в «Змейку».
Мне так показалось, что разработчики таким образом дали понять, что у них еще там, как говорится, есть место, есть еще память, есть куда развиваться. И вот посмотрите, типа у нас есть игрушка. Хотя, не знаю, она, конечно, там примитивная. Может, у них там 20 килобайт оставалось, они туда запихнули. Обязательным атрибутом таких процессоров, конечно же, является наличие лупера и наличие драм-машины. Что, конечно, начинающим гитаристам это вот очень хорошее подспорье. Можно позаниматься, можно себя даже вот позаписывать, можно что-то посочинять. Это, конечно, очень классно. Лично я вот играть с лупером очень-очень-очень люблю. И, как говорится, всегда меня это дело, занятие забавляет и отнимает много времени. Примечательно то, что сейчас в последнее время все производители вот гитарных процессоров, видимо, читая комментарии и отзывы, получая от пользователей всегда о том, что заводские пресеты, скажем так, не совсем хорошо звучат, стали использовать такую практику, то есть отсылают прибор на обзор сразу заранее, скажем так, самым известным гитаристам, каким-то там блогерам, которые делают им уже свои какие-то стандартные пресеты. В общем-то, все те, кто уже пару месяцев назад сделали обзор на этот процессор и заодно, как говорится, накрутили свои пресеты, свой звук какой-то. Вот. Так что это, конечно, еще один плюс для вот начинающих гитаристов, которые еще, как говорится, не до конца понимают, как крутить и как собирать свой звук. Можно использовать как проигрыватель импульсов, да, то есть отключив первоначальную цепочку. Я, к примеру, спокойно вот с Marshall, с лоудбокса заводил через петлю эффектов сюда звук и, как говорится, спокойно через него поиграл немножечко с эффектами. Звучит как бы, ну, я считаю, что вполне приемлемо, даже, я бы сказал, в разы больше, чем он стоит. Ну и давайте, конечно же, чуть-чуть послушаем звук. Сейчас я вам покажу родные пресеты, ну и в конце обычно сделаем какие-то выводы. Ну вот сразу хайгейновый пресет. Я здесь немножечко подстроил noise gate, чтобы это все не гудело, не шумело. Такой вот у нас настроечки усилителя. Ну, согласитесь, что для 15 тысяч рублей это вот такой вот звук. Так, дальше идем. Пресет номер 2. Это вот я его здесь уже подкрутил под себя. Цепочки здесь стоит такая вот педалька очень красная, напоминает одну известную. И здесь можно как бы вот, смотрите, да, что как говорится. Кайфово звучит. Шиммер прозвучал. Конечно, в таких процессорах пространственные эффекты немножечко страдают. Все-таки реверберация и все остальное требует очень больших вычислительных мощностей, да, и память для того, чтобы как бы все это дело, вот хвосты эти очень красиво просчитывать. И в основном такой, как бы скажем, основной принцип действия у большинства производителей это оверсэмплинг, то есть понижение частоты дискретизации. За счет этого у нас
увеличивается как бы аппаратный ресурс. И вот поэтому, скажем так, все бюджетные процессоры звучат так вот немножечко мыльно. Ну, скажем, не так, как Strymon Big Sky, там, да, скажем, или Universal Audio, или тот же Axe FX. Ну, ладно, давайте крутить дальше, что у нас там еще. Давайте все-таки сейчас еще вот звук. В общем, если увеличивать реверберацию, конечно, все отдает тазиками каким-то неестественным отражением, поэтому это не тот процесс. Есть петля эффектов, можно подключить, в общем-то, петлю эффектов и играть в ней. Хотя, что тут придираться, за 15 тысяч рублей у него другие абсолютно функции, то есть эмуляция усилителей и кап-симуляция, вот в принципе-то и все, только с более расширенными, как сказать, возможностями. Так, что еще есть из реверберации? Room. Room как room. Но вот без усилителей, без кабинета как-то звук полнее становится. Spring Reverb. В общем, с перегрузом этот процессор как бы более интересен. Сет Леон Тот. Что-то не нравится мне. Какие-то
какие-то они жидковатые все, вот здесь чистые пресеты. Ну, на акустическую гитару как-то еще более-менее похоже. Ну, вот это еще более-менее звучит чистый звук, но все равно как-то вот что-то не хватает, тела какого-то нету. Друзья мои, я думаю, музыкальных, как говорится, фрагментов достаточно, чтобы понять по звуку, на что этот процессор годится. В принципе, перегруз мне на нем очень понравился, такой достаточно интересный. Местами звучит как бы прям, ну, я бы сказал, неплохо, а вот с чистым что-то как-то не фонтан, не очень. Ну, возможно, надо было сесть, конечно, самому покрутить пресеты какие-то. Но я вот доверился, как сказать, тем людям, которые есть там в списке, да, вы все их видели, вот. Но, в принципе, как бы, я считаю, что все равно несправедливо придираться к такой ценовой политике. То есть, это нужно только вот в ладоши хлопать и говорить ура, когда тебе за 15 тысяч такие возможности есть. Вот, так что я думаю, что этот процессор найдет однозначно своего потребителя, да, свой какой-то сегмент. А новичкам, у которых ограничен бюджет, ну, я думаю, что можно брать смело. Это в любом случае лучше, чем какие-то там дешевые боссы будет звучать и дешевые зумы. Да, наверное, ну, Мойер тут не знаю. Хотя я уже сказал, в начале у всех этих процессоров такого уровня примерно один и тот же звук. Ну, а дальше, друзья мои, дело за вами. Пишите комментарии, пишите свои мысли. Хотя я уже примерно знаю, кто что напишет вот, по поводу этого процессора, да и вообще по поводу такого, бюджетных таких вещей. Но здесь надо еще раз скажу понимать, для чего они предназначены. То есть, таскать на репетиции, не бояться, что ты его там потеряешь. Хотя можно и записываться, прекрасно пишет звук, есть реампинг. То есть, если посидеть, покрутить, наверное, под себя какие-то вещи, ну, можно сделать. В любом случае, можно также подоткнуть какой-то там недорогой преампик ламповый. Вот, наверное, наверняка улучшится звук. Так что, как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Все, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Пишите, значит, скорее всего, до Нового года я успею вам, постараюсь еще снять хотя бы одно видео. Мне здесь, видите, какую еще... Какую чуду подогнали на обзор. Вот, обязательно сделаю об этом инструменте. Это настоящий Дин. Так что обязательно вам на ней что-нибудь сочиню. Какое-нибудь интересное интро. И
Она еще и с перегрузом может, я уже ее подключал. Но ладно, об этом обо всем в следующий раз. А на этом я с вами прощаюсь, друзья мои. До скорых встреч. Пишите. Увидимся.